Всем привет! С вами Денисыч, Мирана и Щенки. Не знаю даже, что сказать. В общем, очень я расстроен. Вчера даже не хотел ничего снимать, ничего выкладывать. Потому что после тех щенков, ну, двух щенков, которые я вам показывал, начали друг за другом просто умирать другие щенки. Все нормально, они активные были, то есть ели все. И в какой-то момент они просто переставали кушать. Активность свою просто куда-то, не знаю, эта активность исчезала. Они просто лежали на боку и дышали. Просто, ну, очень сильно, ну, тяжело. В общем, я не знаю. Потом мы вечером вчера поехали к ветеринару. В общем, скорее, ну, все, это была инфекция, понимаете? Много кто мне написал, говорил, то, что инфекция возможна. И вот слабые щенки, которые были, они просто не выдержали этой инфекции. Осталось на данный момент всего лишь 5 щенков из 10. То есть 5 погибло. В общем, я очень расстроен. Много кто говорит то, что в этом виноват я. Вы просто посмотрите видеоролики, которые я снимал до этого. То есть многие говорят, несмотря что я делал. То есть это помещение я специально подготавливал для щенков. Я его утеплял. Я все делал, чтобы щенкам было комфортно. То есть тут температура постоянная 20-30 градусов. Но вы говорите, нет, типа щенкам холодно. Как холодно, если я меряю температурой, ну, градусником вот этим электронным, и температура 25 градусов по полу, 30, 20, но меньше 20 я не опускал. Ладно, я поставил сейчас еще обогреватель. Мирана, вон, смотрите теперь, как дышит. То есть ей очень тяжело дышать, ей очень жарко. Тут, наверное, градусов 35, ну, 30-35 постоянно. До этого было 20-25, 30, ну. То есть я постоянно поддерживал температуру, топил печку, не отходил от щенков. Тем не менее, то есть все мои труды на смарку я не знаю, что еще сказать. Есть, конечно, разные люди, просто они, видимо, с таким не встречались, они не знают, как это тяжело. И я все бы сделал, все, я все сделал, чтобы щенки жили. То есть я Мирану вязал ради щенков, понимаете? То есть я их люблю, понимаете? Их содержать, их воспитывать, чтобы они выросли здоровыми, крепкими. Я ничего специально не делал, понимаете? То есть я все делал для щенков. Я тех щенков, которые умирали, я их спасал до последнего, я их кормил из пипетки, я их всяко-разно растирал, чтобы хоть как-то поддержать им жизнь. К сожалению, они погибли, и уже этого не вернуть. Просто будет такой опыт.
Вот пишет один человек. Было у меня когда-то давно такое. Почти весь помет погиб. Держал я тогда восточников. От чего умерли, не знаю. Симптомы сначала сосуд, крепкие, здоровые. Потом отказ от еды, щен становится вялым и смерть. А меньше суток за все про все и так поочередно, один за другим. Осталось живым только щенка 3. Сами, я ничего не делал. Помет был уже не первый, и опыт был. То есть я вот читаю и то, что, ну, много так у кого. Это, скорее всего, какой-то вирус. А вирус этот мы можем проверить только в Омске. А Омск от меня находится 300 километров от меня. То есть ехать где-то часов 7-8 по плохой дороге. В Таре у нас такой специализированной клиники, чтобы там именно проверять там, что, ну, какие тела какие-то там, вирусы, не знаю. Такого у нас нету. То есть у нас маленький город, практически деревня. Поэтому много кто пишет, едь, типа, проверяй. Но никак не получается. То есть мне надо за щенками следить, а я поеду куда-то за 300 километров, чтобы проверить, что не так. Будем надеяться, что с нашими 5 щенками будет все нормально. Я уже устал. Чисто психологически, просто очень сильная нагрузка. Я очень сильно переживаю. Не сплю вообще. С ними тут практически постоянно сижу. В общем, будем рассчитывать, что будет все в порядке с нашими 5 щенками. Ладно, это видео подходит к концу. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, еще буду, ну, рассказывать, как что вообще происходит, новости, что да как. Потому что, возможно, кто-то тоже столкнется с такой проблемой. И чтобы на моем опыте, может, как-то решить эту проблему. Ладно, с вами был Денисыч, Мираны и Щенки. Всем пока.